Это пекарня, которая находится в городе. Заходим. Здесь еще ничего нет. Но скоро будет. Такие витрины. Места много. А мы хлебушек вчера выпекали. Дальше идем в тестомесильницах. Здесь еще вход. Здесь планируется кабинет. Дальше идем в пекарню, где происходит замес теста. Пекарня будет называться «Узбечка». Вывески пока нет. До конца выпечки осталось 30 минут. Смотрим, что у нас происходит. Расставим шкафу. Здесь склад сырья. Пока что вот так. Дальше. Санузел. Ванна. Даже стиральная машина имеется. Здесь планируется комната отдыха или так называемая раздевалка. Как-то вот. На этом пока. Сильно не надо. Прямоугольничек вот так. И старайтесь, чтобы толщина кусочка была одинакова. Здесь у вас толстый, здесь у вас тонко. Потом будет неровно. Так, где шовчик был? Вот он. Он должен быть сверху. А то вся неровная сторона будет у вас наружу. Обязательно. Ну все, мы уже разняли. Там просто скалочка. Скалка почему? Потому что она удобнее. В том плане, вот так что... закрутить рулетом, да? Да? Да, закрутили, шовчик вот тут залепили, да, чтобы он у вас не разошелся. Хорошо. Вот так, три расстойки. И вот так мы тихонько подкатали. Все, все. То есть старайтесь, чтобы длина была у всех одинаковая. Спагетти с луком, да, у нас уже? Thank you.
вот этим пальцем старайтесь как бы туда подталкивать, оно будет плотнее. Это вы помогаете рулетку подсвернуть. Вот так. Вот, никогда не делали? Я пекер. Поддерживайте, повытягивайте, нож толстый, поэтому вот это светленько получилось. Да? Да. Почаще. А вот так нельзя? Нет. Вот так вот давай. А тут немножко замедленно. Можно с трубой движение неудобно. Нет, не так. Надо немножко не прямо, а наискосочек, чтобы вот эти вот наискосок. Не так немножко вот эти ночи. Вот. Не совсем так. Сейчас еще раз покажу. Блеск нету. Мало дали шпарки. Мы сейчас подкорректируем программку и добавим пар. Одним движением, не надо так сразу. Сразу. Угу. И начинается не так вот, что прямо, а вот с краю. Вот так вот начинаете, вот сбоку, и уводите его туда. Стол не помазанный. И вот так перекрутили. И вот так сажали. Кончик туда, этот наверх. И вот так положу. Ну, все, я. Все, я. Первая выпечка. Багетов с луком. Пробный вариант. Жалко, что камера аромат не придает.
Первая выпечка плюшки на печи Иртыш. Парным способом. Стоит, потом отойдет. Отделите мякиш от корочки, и будет пустота внутри. Не колотите так никогда. Он постоит и отойдет. Формы новые, поэтому сложно. А так все нормально. Рогалик со сгущенкой. Лепка. В данном случае сургутский.
пушистый. Масса готового изделия будет 600 грамм. Так захотел хозяин этой пекарни. Какой красавчик. Выпечка прошла почти половину времени. Конец рабочей смены. Немножко рисунок неудачный, потому что кондитерского кулечка у нас не оказалось. Так, в целом неплохо. Это у нас. Что у нас высший сорт безопарный, да? Безопарный хлеб. Yarın sonu yapışır. Батон молочный, безопарный способ.
выпечка хлеба горчичного. Буквально пару минут, и хлеб горчичный будет готов. Держу. Все, можно доставать. Оставь. Отколотил поверхность, смотри. Не надо так стучать, пусть постоит, потом достанешь. Ты поломал. Не надо так колотить, аккуратненько. Да? Сломал, не колоти. Поставили наши лепешки в печь. Посмотрим, что у нас получится. Наши первые лепешки. Рома, точно все хорошо получилось? Нормально? Тебе нравится? Лучше, чем там или нет? На тех печах, где вы печете? А? Лучше, нет? Или там лучше? Они все красивые. Все красивые? Да.